Пока. Тесса, упадешь. Тесса, кто сейчас будет купаться с лягушками? Тесса, куда ты полезла? Ты у нас водоплавающая собака? Мур, Мура, у тебя разряд есть по спасению на водах? Я чувствую, пригодится. Смотри, дети дорвались до озера. Как интересно. Сейчас пойдут лягушек ловить. Так, Мура, договариваемся. Я спасаю мальчиков, ты девочку. Ох и банда. Гуляют Рома, Стар и Тесса. Любопытная контесса. Вырвались на свободу и пошли жопками трусить. Стар как новичок, все осматривает. А эти уже, конечно, борзые бегают. Такие, иди, иди, мы тебе все покажем. Вот здесь можно копать, вот здесь можно какать, вот здесь можно шкодить. Да? Но где шкодить, я думаю, он сам разберется. Вот уже пошел под куст. Дети! Дети, 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 дети. Кутяшки, кутяшки! Кутяшки, кутяшки, привет, привет, собаки. Тесочка, Тесочка, красота. Красота моя, языкатая такая. Кто моя красивая собака? Мура. О, Мура, Мура уничтожает сорняки. Старуся, Стар, Старусик. Старусик, Старусик. Правильно, правильно. Так, Стар, Старуся, Старуся, Старуся. Ну, как тебе? Компания. Пообязали. Ой. Ромка. Ромка шкоду ищет. Кто куда, а мы к лягушкам. Ну, тоже вариант. Кто сейчас шлепнется? Вот даже не знаю. Глаза вот даже не в разные стороны разбегаются, а в три стороны сразу. Как так может быть? Разнокосоглазие. И еще третий глаз во лбу. За всеми тремя нужно усмотреть одновременно. О, о, ну что это они делают? Пришли на водопой. Стар! Стар! Старуся! Выходи! Вон он. Ползет и вылез из кустов. Стар! Старусик! О, лягушки. Ты идешь, маленький Вук? Стар мне напоминает лисенка из мультика «Маленький Вук». Ну вот точно, маленький Вук. Точно, натуральный лисенок. Куда ты? Куда ты? Вот глянь на нее. О! Так, первый посол в воду. Продолжаем гулять. Мокрая Тесса, водолаз и мальчики. Тесса, водолаз и мальчики. Тесса таки влезла в озеро, искупалась. Абсолютно бесстрашная бестия. Вот так вот. Ой, побежала. Довольна. Все, еще пошла и к ванили хвастаться, как она плавала. Вот же чудовище малое. Стар, вот видишь, ты какую компанию попал? Хулиганистую. Дети, чего мы там орем? Дети орут, завидуют. За чего они гуляют, а мы тут? Но если их всех выпустить, то мне и трех глаз не хватит. Придется тогда, не знаю, быть каким-то восьмиглазом. За всеми точно не уследишь. Да? Мура. Не уследим. Даже вдвоем, скажи, не уследим за всеми. Побежала. О, мало ей приключений. Пошла еще догонять.
Бум! Все, опять к озеру. Дети! Мало того, что сама искупалась, еще и Ромчика ведет купаться. Пойдем, пойдем, я тебе покажу. Там можно нырять. Там не глубоко. Вот Шкода. Ты Шкода. Тесса, кто Шкода? Тесса Шкода. Ну. Она даже не... Тесса, опять в воду. Куда? Лягушки в шоке. Они не ожидали вообще такого подвоха. Они здесь полные хозяйки. А тут какие-то рыжие водоплавающие пришли. Стар. Вот ты еще не нырял, да? Ты еще не нырял. Будешь нырять? Стар пошел нырять. Вы хоть не вместе прыгаете по очереди? Не, Стар передумал. Да не, не в этот раз. Ой, Теска. Вот такие они корги. Прежде чем завести корги, очень подумайте. Этот шелопопый организм требует да, увеличенного, усиленного контроля. Вот такие щенки, да, Ромчик? Извините, я сухой, значит, я послушный, да, да, Ромчик, Ромчик, Ромео. Так и гуляем. Старусик, Стар, Старусь, Старуся, Старуся, лисенок, лисенок, лисенок. Слеп, 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 слеп. Все, от наших лягушек вам пламенный привет.